Привет, вы на канале Взлет. Меня зовут Ольга, и в этом видео я наконец-то поделюсь с вами, что я заказала для себя и своей семьи в 10-м каталоге. Благодарю вас, всех тех, кто терпеливо ждал меня из отпуска, а особенные сердечные мои благодарности тем, кто весь мой отпуск был со мной в телеграм-канале Баблик. Если вы еще не подписаны на мой личный телеграм-канал, то обязательно подписывайтесь по ссылочке вверху, и там я выкладываю все интересное, что происходит в моей жизни и что мне кажется заслуживающим внимания моего и вашего тоже. Ну, давайте смотреть, что в моем заказе, потому что каталог либо уже закончился, либо вот-вот закончится, и в нем все-таки есть интересные предложения. Например, это масло Novage в гидрофильной очищающей, которое последний раз в каталоге. Да, я знаю, что уже в 12-м каталоге нас ждет обновление, но, знаете, я из тех людей, которые думают, а вдруг обновление будет не такое, как тот продукт, к которому я привыкла. И на всякий случай я себе 3 штучки-то взяла. Тем более на складе оно уже закончилось. То есть не я одна его взяла. И очень лихо даже сметали это масло со складов Oriflame. Потому что очень многие люди любят этот продукт. За что? За то, что оно очень круто удаляет тон с лица. Если вы любым средством пользуетесь для снятия макияжа, все равно оно не так глубоко проникает в поры, как вот это вот очищающее масло. Достаточно небольшого количества вы наносите на руки, потом на лицо, на сухой, прям на макияж, массируете, потом влажными руками еще немножко массируете, масло становится таким беленьким, уже полупрозрачным, ну, смешивается с тоном, и потом уже вы смываете ваш макияж, и это масло очень-очень глубоко очищает, особенно если у вас чувствительная кожа. Если вы недостаточно тщательно удаляете макияж, если что-то остается на лице, а это очень легко определить, вы берете ватный диск, тоник ваш любимый, протираете, если он желтый, значит, точно вы не до конца сняли макияж. И вот это все чувствительную кожу очень сильно раздражает. Но еще почему я взяла 3 очищающих масла, потому что в этом каталоге дают подарок, разогревающую маску, и очень многие ее хвалят. Я сама пользуюсь этой маской не часто, но, почитав отзывы, я увидела, что девочки очень любят, наносят на лицо именно как очищающее средство. Она разогревает кожу, очищаются поры, и происходит глубокое очищение. Я надеюсь, что я буду пользоваться чаще, но если даже, например, я буду не так часто пользоваться, уверена, что вот эта масочка будет украшением любого подарка, любой корзины Oriflame, которые я захочу кого-то порадовать. Следующее в моем заказе — это массажная мочалка-перчатка. В том каталоге я заказала черную, потому что вот эта мятная была без скидки. У меня дочка приехала, забрала мою мятную любимую, и вот в этом каталоге я ее заказываю. Обожаю принимать душ вместе с этой массажной мочалкой-варежкой. Она очень комфортно надевается на руку и обладает мягким отшелушивающим эффектом. И если в эту мочалку еще добавить отшелушивающее мыло скраб, который я тоже за компанию заказала в этом каталоге, оно сейчас со скидкой, цена, правда, поднялась на него, но именно как скраб мне это мыло очень нравится. Где-то я писала... продукты в Баблике я писала, необходимые для отпуска. И там я как раз упомянула вот это мыло. И мне написали в комментариях, что, ой, нет, мыло, оно сушит, и нельзя ни в коем случае купаться, его нельзя для кожи применять. Но, еще раз подчеркиваю, это мыло, во-первых, очень комфортное, оно мягкое, несмотря на то, что оно отшелушивает. А во-вторых, я использую его не при ежедневном приеме душа, а именно как скраб 1-2 раза в неделю вместе с мочалкой-варежкой. Во все остальное время я использую кремы для душа, которые мягкие и комфортные для моего тела. И также у меня еще несколько муссов есть в запасе. Мусс-спа, который был когда-то в Oriflame, последний, кстати, уже остался. Вот эти продукты, они для меня очень комфортные. Но если мне нужно отшелушивание, то мочалка-варежка и вот такое мыло. Пару кусочков мыла у меня есть в запасе, ну вот как-то вместе с комфортом
компанию с мочалкой, я еще один заказала. Дальше в моем заказе продукты Love Nature. Это освежающий тоник для лица, который не содержит спирта. Он очень комфортный. И еще я наливаю его в флакончик с распылителем. Либо из-под Wound я беру, либо из-под Optimals. И брызгаю, когда вот сейчас жарко, для того, чтобы освежить лицо, протонизировать. Тоже можно очень здорово вот этот тоник использовать. И еще из Love Nature у меня 2 геля для душ, большой объем, очень их люблю за освежающий, яркий, такой тропический отпускной аромат. Всегда стараюсь заказать гели для душа, шампуни в большом объеме, потому что так меньше расходуется пластика, и каким-то образом я тоже забочусь об окружающей среде. Также в Oriflame есть каталог дополнительный, в этом периоде это Outlet Online, дополнительные скидки, по которым вы можете заказывать продукцию на сайте Oriflame. Доступ к этому каталогу есть у тех, у кого есть, собственно, доступ в личный кабинет сайта Oriflame. Если у вас еще нет логина и пароля для входа на сайт, то его очень легко оформить. Переходите по ссылочке, заполняете анкету, отправляете, и вам приходит смс-ка с доступом на сайт Oriflame. Это вас ни к чему не обязывает. Вы можете покупать с 20% скидкой с доставкой в ваш город. Вот так же, как и я, то, что вам надо для вас и для вашей семьи. В том числе пользоваться скидками и акциями, которые бывают в Oriflame. Итак, Outlet Online очень порадовал меня в этот раз вот такими гелями NovAge. 500 рублей, это очень недорого. За этот продукт я заказала сразу 2, чем порадовала моего мужа. Этой бутылочки хватает очень-очень надолго. Экономичный расход, густая пена и, кроме того, уход. В этом геле экстракт силовых клеток кофейного дерева, который богат антиоксидантами и защищает кожу от воздействия окружающей среды. Также здесь магний, медь, цинк, аллантоин, увлажняющие и кондиционирующие средства. И вот вкупе все вот эти минералы, полезные вещества заботятся о мужской коже во время бритья. И кроме того, этот гель охлаждает, и это не просто средство для бритья, а еще и вот такой вот мощный уход. Outlet Online, очень неплохие скидки, спасибо Oriflame. И еще я увидела в этой распродаже NovAge в старой версии, лифтинг-уход, который мне очень нравится, Ultimate Lift, новый NovAge Plus, прекрасен, я от него в восторге. Но знаете, я из тех хомяков, которые видят продукты, даже вот это старые формулы, они менее мощные, не такие инновационные, как в новом NovAge Plus, но вот этот контурирующий крем ночной, он очень круто подтягивает овал лица, я его очень люблю. И новые кремы дневной и ночной NovAge Plus, они более универсальны, они вот как бы на все признаки старения, там основной уход, он дается сыворотком. А вот в старой версии здесь именно был такой крутой ночной крем. Дневной мне не очень нравился, потому что он очень такой насыщенный, очень питательный. У меня блестело от него лицо, особенно с макияжем. Прям он подгружал мою кожу, я его носила чисто вот как маску. А ночной антивозрастной уход я очень люблю. И когда я увидела еще и по таким смешным ценам, 999 рублей, вот такой крем-лифтинг контурирующий и крем для век, тоже, по-моему, 839 рублей, конечно же, я сразу добавила эти продукты в корзину. Мне очень нравится крем для век, опять же, тем, что он прям наполняет кожу век тонусом, она становится такая плотная, такой эффект только у подтягивающего крема Королевский бархат. Новый NovAge Plus, он более нежный, он более лайтовый, он тоже обладает подтягивающим эффектом, но вот эти средства, такое ощущение, как будто они прям набивают кожу молодостью, упругостью, тонусом. Поэтому вот тоже я взяла. И мне очень нравится дозатор. Вот с помощью этого дозатора крем расходуется практически полностью. Он прямо уменьшается, 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 как будто вот оттуда выходит крем, и воздух сюда не заходит. И в конце использования вот этот крем сжимается прям максимально. Опять же, еще один из плюсов заказывать в личном кабинете Oriflame – это многочисленные акции. И сейчас летом идет акция «Порадуй себя». При заказе от 50 баллов можно
можно взять любой продукт с 50% скидкой, кроме New Age, Mind & Mood, Wellness. Ну, это такие ключевые категории, оттуда продукты по акциям не берутся. И я решила в этом каталоге по данной акции порадовать себя капсулами с лифтинг-эффектом. Отличный вариант привести в кожу в порядок за неделю, привести ее в тонус, наполнить упругостью, каждая капсула на один день, утром и вечером. А сейчас я после отпуска, и моя кожа чувствует себя прекрасно. Все-таки море, оно наполняет энергией все, и кожу, и ногти, и волосы. И какое-то время я не пью витамины после того, как приезжаю с отпуска, не пользуюсь какими-то усиленными средствами. Но я-то знаю, что ближе к Новому году кожа уже начнет говорить: давай-ка, хозяйка, уже порадуй меня чем-то. Я вот ее порадую вот такими капсулами с лифтинг-эффектом. Я, кстати, не сама такая умная, чтобы мне заказать, думала, а подсмотрела, опять же, в комментариях в моем телеграм-канале Баблик. Девочки обсуждали, что можно заказать, и я прям подумала, неплохая идея, закажу-ка я тоже вот этот продукт. Он точно мне пригодится. Это был мой заказ по каталогу номер 10. Кстати, в следующем периоде, в 11-м, снова будет акция «Порадуй себя», но, по-моему, уже от 35 баллов заказ, и можно заказать продукт 50% скидкой. Также возвращается, ура, только сегодня я узнала, продукт вместо платы за доставку. Ждем подробные списки в официальных каналах, в Telegram я буду выкладывать, в нашем официальном канале нашего сообщества. Телеграм-канал называется Oriflame Взлет, ссылка на него тоже есть в описании. Ну и давайте покажу вам, что же мне пришло по акции «Мое лето с Oriflame». Честно говоря, открыла свою коробку с заказом и думаю, The Secret, его вроде сняли, я им не пользуюсь, думаю, может, какая-то акция была, и я его добавила. Я знала, что набор Possess в розыгрыше, я знала, что он мне достался, вот именно два набора, но почему-то я не увидела, что это набор именно Possess The Secret, хотя дезодорант именно Possess. Мне очень нравится Possess, Secret'ом я не пользовалась, у меня есть мини-версия, по-моему, но этот аромат, он как-то вот как и Love Potion Secret, вот этот Possess The Secret, они какие-то вот не мои немножко парфюмы, но подарок же, классно, Новый год уже, не успеешь оглянуться, не за горами, вот такой парфюм дорогой и хороший точно лишним никогда не будет. Кроме этого, мне пришла посуда. Во-первых, это кастрюля 4,5 литра. Oriflame разыграл в мою пользу вот такую кастрюлю. Честно говоря, такими не пользовалась, но вот открыла коробочку, порадовала, что с крышкой, иногда продаются без крышки, а большая крышка, она тоже всегда пригодится, чем покупать ее отдельно. И кастрюля 4,5 литра, это довольно много. Она подходит и для индукционных плит, для электрических, для газовых, для любых, в общем-то. Какие-то есть, наверное, особенности, как ей пользоваться, не знаю. Если знаете, если вам тоже такая кастрюля пришла, напишите. Здесь, кстати, даже внутри есть метки, сколько литров в нее наливать. Но кастрюли, это еще не все. Еще мне пришли сковородки. Во-первых, это набор сковородок Tefal 24-28 сантиметров. И мне очень понравились вот здесь картинки. То, что можно, ну, естественно, на плите, это же сковородка, пользоваться этой посудой. Также можно ставить в духовку, потому что здесь съемная ручка. Можно использовать просто как форму, например, там для пирога или для запекания. Можно поставить на стол. Можно ставить в холодильник. Ручка снимается, не занимает много места. В посудомоечной машине можно мыть. Я даже записывала видео на семейном канале, и там я рассказывала, что сковородки нельзя мыть в посудомоечной машине. Чугунные нельзя, а вот такие современные можно. Сейчас я вам покажу. Здесь очень крутая ручка, которую можно также использовать, мне кажется, с любой другой посудой. Вот такая ручка, она очень легко открывается. И сковорода 24 сантиметра. Tefal, все, made in France, все, изготовлено во Франции. И смотрите, вот таким образом
Ручка внизу. Нажимаете, она защелкивается и очень даже хорошо держит. Давайте попробуем сковородку побольше пристегнуть на ручку. Ну а что, вот так приготовил на плите, отстегнул ручку и поставил на стол, уже как бы как блюдо выглядит. Не знаю, может, вы так всегда делаете, но у меня до сих пор все сковородки были с ручками сплошными, которые не отстегивались. Ну вот, видите, довольно тяжелая, кстати, сковорода, такая прям солидно сделана, и ручка выдерживает. Видите, две тяжелых сковородки держатся вполне хорошо. И блинная сковорода со смайликами — это еще один мой подарок. Какая же мамочка не хочет сковородку со смайликами, чтобы порадовать своих деток веселыми вот такими блинчиками? Я еще не пользовалась. Если пользовались, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями, как вам сковородка, что вы на ней готовили. Ну, ясно, что можно какие-то оладушки приготовить и блинчики, но можно же еще что-то типа яичницы или еще что-то, не знаю, кабачковые оладьи, но, наверное, из них не получится смайлики. Здесь тоже есть ручка, она тоже отстегивается, но мне кажется, что здесь больше для транспортировки, чтобы не занимала эта ручка много места в коробке, потому что она крепится вот на такой вот шурупчик. Если мальчики будут меня смотреть, будут смеяться. Болтик, винтик и шурупчик. Я не знаю, чем отличается. Но будем считать, что это шурупчик. И вот такая красивая красная ручка. И вот такие смайлики. Будут блинчики у моих деток. Это последний подарок пока до сих пор по акции MyLeds Oriflame. Но акция еще продолжается. Она продолжается и в следующем каталоге. Я видела, что будет много интересных косметических продуктов, косметических наборов. Поэтому обязательно, если вы еще не зарегистрированы, регистрируйтесь, участвуйте в акции и получайте вот такие же подарки. Если вам был интересен и полезен мой обзор, ставьте под этим видео лайк. Спасибо, что дождались меня с отпуска. Надеюсь порадовать вас в ближайшее время обзорами на новинки Oriflame. Чтобы их не пропустить, подписывайтесь на канал Взлет и нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещение и посмотреть новые видео на нашем канале самыми первыми. Пока-пока!